главная ценность Могилева – это, конечно, его жители. Водители, спасатели, врачи, учителя каждый день идут на работу, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее, спокойнее и легче. Они – настоящие профессионалы, труд которых часто не на виду, но так важен. И эти могилевчане достойны, чтобы о них узнали тысячи горожан. В Могилеве стартовал проект «С любовью к родному городу». Фотографии могилевчан, лучших в своем деле, появились на баннерах центральных улиц. Я люблю свой город, потому что я здесь родилась и всю свою жизнь я здесь прожила. Я побывала во многих странах, во многих городах, но все равно меня сюда тянуло, мой родной город Могилев. Он очень уютный, красивый. Это прекрасный город, я здесь родился, вырос, вся жизнь прошла здесь. Обустраивается красивый очень город. Вот два крупных микрорайона обустроилось, Казимировка, областная больница. Я люблю Могилев, потому что это мой родной город. Теперь уже стал родным городом. Я вообще коренной витебчанин, но уже большая часть моей жизни прошло вот в Могилеве. Здесь родились и вырастают моих трое сыновей. Роман Сипаков работает спасателем в пожарной части в микрорайоне Казимировка. Родители парня мечтали, чтобы сын стал пожарным. Так, 17 лет назад Роман пошел учиться на спасателя и пополнил ряды сотрудников МЧС. Сегодня этот высокий, крепкий парень спасает жизни на пожарах и в дорожно-транспортных происшествиях. Дети, тоже очень сложные аварии, часто случаются, выезжаем, разбираем машины. Наверное, только это. Ко всему остальному мы привыкли. Помощь людям оказывать – это приятно очень даже. Творить добро, как говорится, помогать всем. Владимир Дудко – анестезиолог, реаниматолог. Заведует отделением в Центре сердечно-сосудистой хирургии областной клинической больницы. В профессию влюбился еще на четвертом курсе, работая медбратом в реанимации. Распределился из Витебска в Могилев. И сейчас Владимир – врач высшей категории, владеет всеми современными видами обезболивания пациента. Проходил обучение в Москве, участвовал в многочисленных научных конференциях за рубежом, изобрел новые способы диагностики. Владимир Дудко работает на операциях, некоторые из которых длятся по 6 часов. Анестезиолог-реаниматолог мониторит сразу несколько десятков жизненно важных параметров пациента. Все, чтобы сделать операцию безопасной, комфортной и эффективной. В 2021 году Владимир Дудко участвовал в первой в Могилеве операции по пересадке сердца. Наверное, с годами начинаешь понимать, что самое важное – это, наверное, сохранить вот эту вот способность сопереживать людям, тяжелобольным людям. Потому что работа тяжелая, она связана с высоким уровнем стресса, большими нагрузками. И, конечно, вот эти вот это чувство, оно, конечно, так притупляется. Поэтому это, наверное, самое сложное. Наталья Минченкова обладает одной из самых вкусных профессий. Она работает пекарем на предприятии «Домочай». Попала сюда случайно еще 19-летней девчонкой. И вот уже 26 лет в пекарском деле. Сегодня Наталья Минченкова – победительница многочисленных профессиональных конкурсов. Могилевчанка специализируется на создании праздничных караваев. Я люблю свою работу за то, что она творческая. Я могу себя здесь реализовать. Я желаю всем удачи, благополучия, чтобы город цвел, расцветал, дальше преображался, был красивым. Таким же и оставался, как он сейчас. Очень хочется, чтобы могилевчане были здоровы, чтобы они следили за своим здоровьем, чтобы были социально ответственны в плане своего здоровья. Поэтому, чтобы они следили за собой, за своими близкими, за своими детками. Вот, вели здоровый образ жизни. Это очень важно. Дорогие могилевчане, я поздравляю вас с Днем города. Желаю, чтобы на вашем столе всегда был душистый, свежий хлеб. Чтобы в ваших семьях было благополучие, счастье, радость и здоровье. Всего вам хорошего.